В краевую казну за первые 6 месяцев поступило чуть больше 94 миллиардов рублей. При этом задача по итогам 2015-го – 210 миллиардов. Как выйти на плановый результат, стало одним из главных вопросов заседания. По мнению Кондратьева, при любых обстоятельствах край должен выполнить все соцобязательства перед населением. Для этого финансовые затраты на крупные проекты перенаправят на социалку. Расходы на социальную сферу не будут секвестироваться ни при каких обстоятельствах. Все хотелки сократим, проекты, которые, может, даже и необходимы, но с точки зрения иных каких-то направлений, но социальная сфера будет защищена, максимально защищена. Жители края и качество их жизни – это самое главное, это самый основной приоритет. Глава муниципалитета Вениамин Кондратьев поручил мобилизовать все внутренние резервы и в первую очередь уделить внимание налоговым платежам. Только по НДФЛ казна в этом году уже не добирает почти 4 миллиарда рублей. Это считают, что можно, значит,